Яңғыл телевидение хеферінді башқырт тілінді әдірленген яңғылықтар сығарылышы. Студиялы Ләйлә Сафина хаумағығыз. Башқыртыстан Республикағы хакимияті башлығының кадрдар һәм территорияларымнан эш ету бұйынса башқан әшсіхе Денис Юсупов районыбыдға 5 декабрді эш визитімнен келді. Ул район хакимияті башлығы Илшат Вәзигатов һәм мәғариф идаралығы уәкілдәрімнен білім беру һәм иштимағи объекттарда болды. Шулай делегация Радик Гәрәев исемендәге мәктәптә үткәрелгән ремонт эштәре, учреждениенең матди техник ерлеге, уқыту кабинеттарының торышы һәм балаларның шөгыльләнү шарттары менән танышты. Артабан улар яңа уртаул авылына юлланып, авыл врач амбулаториясында булдылар. Медицина учреждениеһын һәм яңа уртаул урта мәктәбенең яхшы яһазландыруын билдәләп уздылар. Мәктәп бинаһы 40 йылдан ашу элек төзелүенә карамастан, унда балалардың уңышлы һәм уңайлы оқудары бөтә шартта тудырылған. Посетили ряд объектов, которые вы в том числе видели, по отработке поручений главы республики. Ряд поручений уже выполнено, сняты с контроля, а ряд поручений еще остаются для завершения идеологического своего решения. Надеюсь, поездка будет полезной обоюдно и для Дениса Радисовича, потому что он текущее состояние наших дел узнал. Ну и проблемы вновь были озвучены ему для того, чтобы в дальнейшем решать. Ну, объекты, да, в основном объекты, которые значатся в перечне с поручениями главы республики. Ну и плюс, естественно, башкирские дворики, исполнение по подъездам посмотрели. И дворец молодежи, который, в принципе, там вопрос решается два года подряд. Огромный объем выполняется, коррекционная школа. Это уже вне поручения тоже посмотрели. У нас по школам, которые мы отработали, в основном показаны, остается проблема школы номер 4 у нас для решения. Большие средства нужны. И центральная районная больница, в котором еще долго и много упорно нам нужно работать. Республика менән бер рәттән үзенең 100 йыллық юбилейын Башкортстандың мәктәпкә сәбелем биреү идаралығы ла байрам итә. Ел әйләнәһендә безнең районда ла былдатыға бағышланған соралар үткәрелде. Педагогик хезмәт ветерандары ла иғтибар хат қалманы. 4 декабрдә 10-нсы ханлы балалар баҡсаһында уҙған ихлас күңелдән тип аталған кисә нәҡ уларға бағышланғайны. Мы встретились с вами, чтобы увидеть ваши добрые лица, лучистые глаза, ваши светлые и ласковые улыбки и такие родные лица. Байрамға балалар менән ұзақ йылдар эшләгән тәрбиәселәр, музыка етәкселәре, балалар баҡсалары мөдирҙәре саҡырылғайны. Я вспоминаю, знаете, с большим удовольствием. Мы проработали вот эти 25 лет в этом коллективе детского сада «Дельфин» с великим удовольствием. Я шла на работу, мы работали без устали, мы с радостью шли, с удовольствием работали, мы там жили. Приходили рано, уходили поздно. Потом стали набирать детей. Ну, это вообще были звоночки счастливые. Звоночки, дети. Я с удовольствием вспоминаю те годы. Я проработала, как в сказке. Был киселе залда йылы дуҫлыҡ атмосфераһы хөкөм һөрҙө. Һәр ҡайһы йәш саҡтарын һәм эш йылдарын иҫкә алды. Я музыкальным руководителем работала. Училась заочно. Надо было мне успевать экзамены сдавать. Дети были маленькие, и садик открывается, в Элеваторский садик пошла. Ну, конечно, очень трудно было мне. Раз я работала подменной, и у нас не было прачки даже, и в ясельках работали. Они же и ни на горшок не успевают, мыли, нянечка не успевает. Вот с этого я начала. Потом заочно кончила. Университет кончила, глядела туда-сюда, что я буду делать. Но меня потянуло все равно в садик. Мне понравилась работа. Всему я учила. И парным танцам, и шарами с ленточками. Всему-всему. Мне сегодня
полных 72 года. Не теряюсь, на хор хожу. Вот так. Куда позовут гости, в гости иду. Ну, по детским садам в смысле. Я беру гармошку, я сажусь за пианино. Я не скажу, что я ах, играю, но детей я с удовольствием учила. Педагогик хезмәт ветерандары хаҡында күп йылы ихлас һүҙҙәр әйтелде. Ҡалабыҙҙың балалар баҡсалары музыкаль бүләктәр әҙерләгән ине. Сколько есть профессий разных, сразу всех не перечесть. Повара есть, водолазы, ётчики, артисты есть. Зачем с нами воспитать и в детском садике всегда? Мы не думаем о маме, если с нами всем беда. Он обнимет, приласкает, на прогулку отведет, вас мисит и поиграет, и всегда ребят поймет. Приглашение принимали с удовольствием, но, к сожалению, в силу каких-то обстоятельств многие не смогли приехать. Вот сельские, в частности, из-за дорог, из-за отсутствия транспорта, вот не смогли, тоже очень жаль. Кто-то по состоянию здоровья не смог, а кто-то сидит с внуками где-то там в больших городах. Конечно, в день дошкольного работника каждый детский сад у себя на своих площадках принимает всегда наших ветеранов. Вот. А в этот раз мы решили собрать всех вместе, потому что очень уж большой юбилей у нас. А у нас проводился конкурс «Педагогический путь ветерана». У нас проводился фестиваль династий, фестиваль педагогических династий, фестиваль династий работников дошкольного образования. Вот. И сегодня у нас ближе уже к концу года мы проводим такое вот очень трогательное, я считаю, мероприятие, очень такое душевное, да, от всей души. Кунактар орахында педагог тәрбиәселәр династияларын башлап ебәрүселәр дә бар ине. Надежда Голикова 1984 елда 7-нче ханлы балалар баҡсаһында хезмәт юлын башлап ебәргән. Мы открывались в этом году осенью, по-моему, октябрь месяц, число не помню. И я проработала до самого конца, на пенсию вышла. Я из этого же садика больше нигде не работала. Ну, это наш родной дом. У меня сейчас там две девочки работают, мои дочери. Так что я там постоянно прихожу утренники, смотрю, любуюсь, радуюсь их успехам. Подсказываю. Очень люблю праздники смотреть. Вы все такие красивые, вы все такие молодые. Мы так рады вас видеть. Белем беру идаралығы методисы Ирина Бегунова бөтәһендә байрам менән ҡотлабыҙҙы. Ваҡыт табып байрамға килгән һәр ветеранға ул рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе. Может быть, простите нас за то, что мы мало вам уделяем внимания и не часто звоним, но мы все время думаем о вас, мы все время помним о вас, вспоминаем вас и ставим вас в пример. Сораны алып барусы Гүлнара Захарова тылсымлы тоқ деген ойын тәкъдим итте. Тәрбиәселәр тоқтан инде ойынсық ятқанын қорамай, қол менән генә тотып белергә тиеш ине. Ортабан байрамды ойыштырусы хәзерге заман балалары ниндәй уйынсыктар менән уйнағанын, нимәләр менән мауыққанын, уларды нимәләр кызыҡһындырғанын һөйләне. Шулай уҡ ветерандарды балалар баҡсаларының йәш хеҙмәткәрҙәре менән таныштырҙылар. Педагог тәрбиәселәр был көндө бик күп ыңғай тәьҫираттар алды. Һәм хеҙмәттәре, балаларға мөхәббәттәре, ижадтары өсөн рәхмәт һүҙҙәре ишеттеләр. Яңы йылдың төп атрибутын ҡаланың шыршы майданына урынлаштырғандан һуң бер аҙна уҙып киткән. Был майданда көн һайын үҙгәрештәр булып тора. Улар хаҡында киләһе сюжетта. Шыршы майданында көн һайын яңы һындар барлыҡҡа килә, сәхнә биҙәлә, һәр аҙым байрамды яҡынлаштыра. Инде нисәнсе йыл ҡаласығын Рәмис Солтанәхмәтовтың оҫта ҡулдары менән төҙөлә. Ул үҙе лә нисәнсе тапҡыр боҙҙан һындар яһағанын иҫләмәй. Смотря какая фигура, день точно уходит почти. Целый день. Это не 8 часов, а 12-13. 5-6 градусов. Сегодня теплее, конечно, это сильно, в общем-то, тепло. Но зато, если пару дней только будет, он будет сглаживать. Для скульптуры лучше даже. И мягче станет, резать легче. Ну, акбузат еще будет. Башкирская тематика все равно должна быть. Так, ну и год крыса.
этим годом? Главный символ года был. Основной рабочий инструмент – это пила. Яңы ел кәйфен күп кешеләр хезмәте барлыкка килтерә, ләкин алдала әле эшләр бик күп. Завозим лед, начали изготовление фигурок. Сейчас школы нам должны еще помочь. Каждая школа сейчас будет делать каждый по одной фигурке. Наверное, они будут снежно делать. Они сегодня должны нам подать рисунки, что они хотят сделать, цветные рисунки. Да. На выходные начнем ставить Дед Мороз за Снегурочку, тоже вырезать будем. Сегодня сцену смонтировали, сейчас обкладываем льдом. И то же самое, горка тоже сегодня будем обкладывать тоже льдом. Делать. И плюс начинаем, поставили ворота, с этой стороны ворота, арки, да, арочные ворота, и с той стороны, и тоже начинаем ставить забор. И потом после этого освещение, здесь будут пробиваться канавки, и электросеть будет ставить освещение. Хезмәткә һәм оборонага әҙер Бөтә Рәсәй физкультура спорт комплексының Яңауыл районының дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрҙәре араһындағы спорт геройы ярышының муниципаль этабы шәхси беренселеге 7 декабрҙә Йәшлек физкультура һауыҡтырыу комплексында үтте. Унда 90-дан ашыу кеше ҡатнашты. Ярыш программаһы үҙенә киләһе һынау төрҙәрен индерҙе. Ятҡан килеш ҡулдарҙы бөгөп турлайтыу, кәүҙәне арҡала ятҡан килеш күтәреү, юғары һалда күтәрелеү, баткан рәүештә түбәне елеү, ике аяк менән этергәсләп урындан оҙонлоҡҡа һикереү, ату, йөҙөү. Һәр ҡатнашыусы был көндө иң яҡшы һөҙөмтә һәм үҙ көстәрен максималь рәүештә күрһәтергә тырышты. Основной целью данного мероприятия является привлечение большого количества населения и популяризация спорта и здорового образа жизни среди жителей нашего района. Для меня, для самой тоже сегодня огромный праздник, спортивный праздник. У всех настроение прекрасное, хорошее. Сама в том числе сдаю БТО. Пока успела только сдать сгибание-разгибание в упоре. Сделала 15 раз. Думаю, что это неплохой результат. Кыштың тәүге көнендә Өфөләт Хэквондо Глобаль Федерацияһының Башкортостан Республика чемпионаты узды. Унда Яңауылдан яш спортсылар да катнашты. Уларның 6-ы призлы урындар яуланы. Улар Яңауыл ҡалаһы һәм районында Тхэквондо үҫеше федерацияһы урынындағы йәмәғәт ойошмаһы ҡатнашыусылары. Тренировкаларда беҙҙең ижади төркөм булып ҡайтты. Тренировкалар мотлаҡ разминканан башлана. Балалар тырышып остаздары артынан хәрәкәттәрҙе ҡабатлай. Тхэквондо һуғыш сәнғәтен икенсе төрлө аяҡ һәм ҡулдар юлы тип атарға була. Был атама осраҡлы түгел. Бөтә техник алымдар аяҡ һәм ҡулдар менән башҡарыла. Балалар йәш буйынса төркөмдәргә бүленеп айырым шөғөлләнәләр. Был максималь эффектив өйрәтеүгә булышлыҡ итә. Разминканан һуң малайҙар һуғыу алымдары өҫтөндә эшләй. Балалар араһында был спорт төрөндә әле күптән түгел генә шөғөлләнеүселәр дә, инде бер нисә йыл йөрөүселәр дә бар. Үҙенең ҡаҙаныштарын һәр саҡ партнерҙар менән спарингта баһаларға мөмкин. Ошондай ярыштар ҡатнашыусылар өсөн өттәмә стимул булып тора. Клубтың йыйылма командаһы ла айырым шөғөлләнә. Күптән түгел улар республика ярыштарынан еңеү яулап ҡайттылар. Балалар өсөн был көтөп алынған һәм күңелле мәл. Ләкин тренировкалар дауам итә. Алда киләһе ярыштарға әҙерләнеү һәм квалификация тапшырыу. Мой сын ходит на тренировки уже много лет, 4-й год пошел. И вот раньше мы ходили к другому тренеру, теперь ходим к Абдулмину Гафуровичу. Он нам очень нравится как тренер. Ребятам всегда преподает хороший жизненный урок. Учит их правильно, как нужно себя вести, чтобы мужчина вырос сильным, мужественным, храбрым. И нам очень нравится его подход к занятиям. Сын очень изменился после этих тренировок, стал более сдержанный, агрессивный, больше стал учебой заниматься. В общем, на пользу пошла эта тренировка. И мы с папой со своей стороны делаем все возможное, чтобы у него было все для тренировок. И пикировку покупаем, перчатки там, шлемы, все это приобретаем. Когда я приехал, мне было страшно. Когда один мальчик пошел из нашей группы, мне стало быть весело. Я начал соревнования. Блоки, стойки тяжело делать. На соревнованиях я нелегко, не боюсь и люблю заниматься. Мне занятия дают знания, смелость и четкость. Я продолжаю заниматься.
при этом принимаю участие на соревнованиях, реализую себя и при этом помогаю тренерам, набралась группа девочек. Мечты в тэквондо это стать хорошим тренером. Все об этом мечтают. Маленькие дети мечтают дойти до пояса определенного. А желательно дойти, получается, идет до черного пояса. Черный пояс считается первым даном. Идет. И у детей идет успех, к чему стремиться. Тренер хэм Яңауыл қалаһы хэм районында тэквондо кеше федерацияһы урындағы йәмәғәт ойошмаһы рәйесе Абдумумин Абдужаборов билдәләүенсә, иң мөһиме үҙ-үҙеңде физик яҡтан камиллаштырыу ғына түгел, ә әхлаки тәрбиәләү. Балаларды мораль сифаттарына өйрәтү, һәр береһе өсөн ҡыҙыҡлы ваҡыт уҙҙырыу. Һәр дәрес мауыҡтырғыс һәм файҙалы булырға тейеш. Уже успели мы выступить в 2019 году, в нынешнем году, 11 мая в городе Уфе проходил Кубок Республики Башкортостан по тхэквондо, где наша команда из 25 человек приняли участие, есть призовые места. И на сегодняшний день у нас занимается 8 групп, 3-4-5 лет вместе занимаются, 6-летние отдельно занимаются у них, группа есть своя, 7-летние также отдельно, 8-9 лет отдельно, 10-11 лет вот эта группа вот как раз сегодня отдельно, и 12-14, а также у нас есть мужчины 15+. Тренировки по девочкам идут отдельно тоже, там мальчики не занимаются. И для детей любое время этот зал, двери этого зала открыты. Олда пландар күбәле. Яңы залда иһадландыру, районыбыҙҙа тхэквондоны ла грэппинг спорт көрәшендә үҫештереү. Ә иң мөһиме яш яңауылларҙың тренировкаларын һәр саҡ ҡыҙыҡлы һәм файҙалы итеп ойоштороу. Шаярту, көлү һәм музыка 6 декабрҙә КИС мәҙәни ял итеү үҙәгендә яңғыраны. Яңауыл һәм Нефтекамынан 9 команда күңелле һәм зирәктәр клубының яңы миҙгелен асты. Бөтә командала йәнле, күңелле һәм профессиональ тиерлек сығыш яһаны. Һәр жюри ағзаһы командаларҙың уйынын үҙенсә баһаланы. Улар билдәләүенсә, ҡайһы бер командалар яҡшы ғына тартылған, ләкин шаяртыуҙары өҫтөндә эшләргә кәрәк булған командалар ҙа бар ине. Уйын барышында тамашасылар күңелгә ятҡан команда өсөн Инстаграмда тауыш бирә алды. Тауыш биреү һөҙөмтәләре буйынса бонус 166 тауыш йыйып, тамашасы һөйөүе призы номинацияһында еңеү яуланы. Ярым финалға бөтә 9 командала үтте. Әммә жюри һәм мөхәррирҙәр өс команданы айырым әйтеп утарға ҡарар бирҙе. Был бонус, квант һәм навсегда командалары. Ошоноң менән яңалыҡтар сығарылышы тамам. Алда һеҙҙе һауа торошо көтә. Һау булығыҙ!